Все, друзья, место поменяли. Посмотрите, сколько рыбы пишет эхолот. Вот это вот желтые пятна, это вот рыба идет сплошной струей. Все, ставим камеру, начинаем наблюдать. Так, у нас здесь всякие рыбы. Погнали. А, Серега, ты уже тащишь? Серега работает на пилке. Я ловлю на резину, что, сход? Я ловлю на резину с Алиэкспресса. Слушай, ну да, в принципе, нормально рыбка. Вообще хочется темного, ё-моё. Вот поклёвка сразу проходит. Оп, есть! Вот чем нравится мне рыбалка на тенку, то что если ты нашел рыбу на эхолоте, то все, рыба будет, считай, клевать. Просто изумительно. И ну, такая веселая рыбалка. О. Что у тебя за пилка? Джик. Ганджик от фридфишинга. На фридфишинге посоветовали рабочие пилкеры хорошие. Вот он, терпужочек, красавчик. Вот сейчас нерест как раз. Он клюет, просто исключит. Да, глубина 20 метров, косяка больше не рисует.